Досуговый центр «Истоки» на Горбатке получил финансирование. Это удалось сделать благодаря отдельному направлению работы Тверской городской думы, когда народные избранники выделяют из депутатского фонда средства на решение социальных вопросов в городе. На что будут потрачены деньги, выясняла наша съемочная группа. В досуговом центре «Истоки», расположенном на Горбатке, сейчас занимаются более 500 детей. Лишь за 2019 год к числу воспитанников присоединились еще 150 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Здесь дети могут развивать свои таланты и способности в нескольких направлениях. Ребята могут научиться петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, а также выступать на театральных подмостках. Кроме того, здесь есть и спортивные секции. Но таким местом притяжения для детей это место стало не сразу. В 2013 году половина здания была передана в муниципалитет. Было принято решение о создании на этой базе нового культурного центра, коим сейчас является центр «Истоки». Ну, меня заинтересовало именно создание такого культурного ядра здесь, на территории округа, на территории района, потому что, объективности ради, ни в юности такого масштабного культурного учреждения нет. Ближайшее культурное учреждение для жителей Заволжья – это ДК «Планета». Назрела необходимость, мы эту необходимость, в общем-то, реализовали. 7 лет назад здание начали приводить в порядок. Провели отопление, воду и электроснабжение. Огородили территорию. Через год сделали косметический ремонт кабинетов, коридоров и холла. В 2016-м завершили перепланировку помещений, благодаря чему открыли 2 больших танцевальных зала. Потом ремонт лестницы и административного блока. Все работы были проведены за счет бюджета города. В прошлом году у нас возникла проблема протечки крыши. И ремонт, который был произведен до этого, к сожалению, начал портиться и страдать от проблем с крышей. Мы вызвали экспертов, провели небольшую экспертизу крыши. Выяснилось, что действительно есть протечки и необходимы средства на полную реконструкцию крыши. Средства на ремонт крыши, а это более 5 миллионов рублей, из городского бюджета помог выделить Сергей Аксенов. Депутат оказывает всестороннюю помощь центру уже на протяжении 7 лет. За время моей депутатской деятельности, вот 10 лет, у нас с точки зрения культурных центров в городе Твери не открывалось ни одного. Особый центр «Истоки» – это был первый, который создали фактически с нуля. Потом, в будущем, предполагает депутат, совместными усилиями здесь будет проведен ремонт актового зала и крыльца.